Буэнос диэс, братва. Ядерный рассвет внутри души экрана, это значит, что мы продолжаем проходить God of War. Усаживайтесь поудобнее, берите свои ништячки и делайте громче. Так, остановились мы в каких-то руинах, мать их за ногу. Епс. Опа, Ван Дорн. Так, рубленая. Камешек. Смотри. Слушаюсь. Этот язык я уже видел. О, как. Так, а дальше-то чё? Закрыто, закрыто. Чё бубухтеть-то? Так. Я сейчас пёздаю назад. Где-то ещё должен быть переход или чё? Запечатана магия рун. Чтобы открыть, найдите, разгадайте стрепич. Один готов, еще два. Ты сказал, что нас могут попытаться ограбить. Я убью того, кто рискнет. Я не боюсь. Если придется драться с людьми, ты отойдешь в сторону. Понял? Но я умею сражаться. Я запрещаю тебе ввязываться. Разговор окончен. Так, две печати вскрыты. Печать С. Или какая там... Нихуя себе, сказал я себе. Опа. Девять таких яблок. Соответственно, девять сундуков. Да, там где-то с той стороны я видал цепь. Цепочка. Yeah.
Кажется, или они стали сильнее? Смелее. Правда, теперь он хер поднимется, но это вообще не наша проблема. Мертвецы, думаешь, тут безопасно? Думаешь, безопаснее там? Фу, что за вонь? Мертвечинка. Это скитальцы? Нетронутые, гляньте. Быстро разводите костры! Зигмунд, ножи! Уже столько дней без мяса. Мясо? Это мы? Назад. А вдруг перекинуться? Живыми будем держать, а мясо отрезать понемножечку. Сражаться я буду один. У него... Он же один! Я вообще не вижу. Закрой свое сердце. Идем. Нам предстоит долгий путь. Нормально так. Че за нахер? Трупаки восстают. Ну чё, понеслась. Опа. Так. Кончено. Давай уйдем. Тогда соберись. Надо искать выход. Так. А где в этом месте может быть выход? Вот. Горд клад бардикт. Так. Лифт? Беги, за что мне зацепиться?
Ладно. Опа. Он цеп. Атрей, цепь. Да, цепь, точно. Чё-то он совсем никак усенький. Ты ушел в свои мысли. Не думай, он бы тебя убил. Я знаю, так было нужно, я знаю, просто... Тогда идем домой. Что? Так быстро сдаться, едва начав путь. Стой, нет, я не сдался, я справлюсь. Я просто... Мне надо, ну, отдышаться. Забавно. Я готов. Слушай меня. Чтобы хорошо сражаться, воин не должен сочувствовать врагу. Впереди у нас долгий и трудный путь. Мальчишке на нем нет места. Ты должен стать воином. Я понял. Вставай, двигай тушей! Я тебя так отпинаю, стрелой помчишься! Давай! Ленивая тварь никак не хочет идти через мост. Ее напугало что-то там, за деревьями. И что там? Отец, брось топор вон в те деревья за мостом. С белыми стволами. Ты был прав. Эй! А пацан-то глазастый, я смотрю. Ты ж пацан, да? Но! Как ее имя? Да не знаю. Мое имя эта скотина не спрашивала, вот и я ее не спросил. А твое? Брок. Вера Логан. Ха! Слушай, ты мне, конечно, не поверишь, но это твой топор. Его я лично сделал. Вместе с братом. Это один из лучших. Смотри, никому не давай его чинить, кроме нас двоих. Дай! С ним надо умеючи, а то ведь так напортить можно. Слышь, мужик, а хочешь, я его тебе прямо сейчас подточу? А? Опачки! Давай, конечно. Ну, что скажешь? Я! Ты прав. Я тебе не верю. Идем, сын. Внизу рукояти есть руна по форме, как вилы. Диггер-дикья-тумбар-бакру. Это было наше клеймо, пока мы с братом не разбежались. Вот у меня его половина, видишь? Ну чё, мне с ним поработать или как? Хорошо. Но смотри, чтоб улучшил. Ещё. Типа обижаешь. Ай, ебёна мать. А где вторая половина клейма? У моего тупорылого брата. Зато весь талант у меня. Гляньте. Я готов к работе.
Что-нибудь для мальца? Что-нибудь еще? Обаяние, конечно, тоже защита. Но зачем испытывать судьбу? Парень! Опять вы? Смотри, не спугни! Наш приятель снова прячется за деревьями! Давай, бросай свой топор! Не сломай мне топор! Видал, как я бью? Приемлемо. Приемлемо, ишь ты. Знаешь, что приемлемо? Твоя стойка! Ты в дерьмо наступил? Накидываю, как с глефа. Твой папаша рубится. Ты, небось, тоже так выучишься? Не уверен. Эта дорога ведет к горе? Примерно в ту сторону, ага. Ну что, глянешь на мои товары? Что на этот раз сломали? Одной проблемой меньше. Ну что, удачной тебе резни. Брок. Ну что еще надо? Почему у тебя половина клейма? Потому что я со своим никчемным братцем больше не работаю, ясно? Уступать ему клеймо я был не готов, он мне тоже. Вот и пришлось нам распилить клеймо ровно посередке. Это было последнее, о чем мы с ним договорились по-братски. Забойно. Обнимашек. Отвали. Прости. Такой вопрос задавал, на кой хуй я сюда спускаюсь? Ты бросил меня в бою. Да. Люди — это одно. Со всеми прочими ты сражаешься, пока я не остановлю или мы не погибнем. Ясно? Выполняй обязанности или повернем назад. Я понял. Хорошо. Мы снова здесь. Что-то я, видимо, кругами бледую. Что-то я где-то круганул. Может, уйдем отсюда? Сейчас ебемся, не ссы. Носи усы, носи не ссы. Нахуя я кругаль дал, а главное зачем? Ой, бля, ладно. Ой, сундучара. О, сталюка. Конечно, заебись. А еще к этому. Ну, к делу. Чего нужно? Что еще? Материал весьма прочный.
твоим напором денек продержится. Ну что, хочешь получить от меня крупицу мудрости? Идем. Рад встрече, Брок. Придумай имя твоей зверюги. Сраная благодарность. Сраная благодарность. А ну иди сюда. Хорошо. Эй, вы только поаккуратнее. А то ведь костей там не соберете. Сраная благодарность. Эй, сраная благодарность, иди сюда. Кажется, здесь можно пройти. Ага, вот только как. Удиви-ка меня. Кусается. Что здесь? Я хуй знает. Охуй с них. Так. Можно попробовать здесь. Можно попробовать где? Я чуть не знаю. Должен же быть у этой механизмы какой-то привод. Тоже на рычаг слабо похоже. Так, здесь проход немая. Каких-то скрытых механизмов я тоже не наблюдаю. Короче, решим эту головоломку, будем потиху сворачиваться, я так разумею. Это я, например... хуй пойму, как здесь пролезать. Получается, надо заставить... Я что-то хуй понял. По идее...
Если сбить сетками, то у меня откроется шикардусный проход. Как говорится, нихуя еще не понимаю, но ошибка интересна. Так и мань чертыла. Я так думаю, что если система вся пизданется, будет весело. Причем, возможно, сильно весело. Но на этом моменте я, наверное, прервусь. Спасибо всем, кто смотрел. Лойс, пиписька. Увидимся в следующей серии. До скорого.